Актер Станислав Дужников заменит Анастасию Стоцкую в российском жюри Евровидения. Он продолжит судейство во втором полуфинале и финале конкурса. Напомним, что Стоцкую исключили из состава жюри Евровидения из-за нарушения правил секретности. Вопреки регламенту, она вела онлайн-трансляцию с первой репетиции конкурса в своем Перископ. Искать нового члена жюри пришлось в сжатые сроки. В пользу Дужникова сыграл его огромный опыт. Ранее актер неоднократно принимал участие в судействе проектах «Без башни», «Креативный класс» и «Живой звук». Судить главный песенный конкурс Европы Дужников будет в компании Геннадия Гладкова, Дениса Майданова, Оскара Кущеры и телеведущей Липы. Отметим, Станислав Дужников – исполнитель одной из главных ролей в сериале «Воронины». Также снимался в большинстве сезонов сериала «Каменская». Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!